Хоккеисты «Трактора» во втором домашнем поединке против новокузнецкого «Металлурга» не смогли порадовать болельщиков победой. Начало матча осталось за игроками нашей команды, которые с первых минут начали штурмовать ворота гостей. Голевых моментов было немало, но в решающих эпизодах голкипер «Металлурга» выручал. На экваторе первой 20 минутки потеря концентрации игроков «Трактора» привела к двум шайбам в ворота Василия Демченко с интервалом в 1,5 минуты. Мгновением позже капитан черно-белых Станислав Чистов сокращает разницу в счете при игре в большинстве. Стоит отметить, что по статистике первого отрезка матча «Трактор» имел преимущество по броскам в створ ворот 20 против 4. Во второй 20 минутке команды продолжили играть в достаточно открытый хоккей, который принес плоды в конце периода подопечным Андрея Николишина, и Андрей Попов сравнивает цифры на табло после передачи в разрез от Станислава Чистова. К сожалению, в заключительном периоде «Трактору» не удалось развить успех, все получилось наоборот. Несогласованные действия в обороне привели к голу в ворота Василия Демченко. Далее наши хоккеисты всеми силами пытались изменить ход игры, но шайба просто не шла в ворота гостей, которые смогли удержать победный для себя счет 2-3.